Еще раз доброе утро, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно, видно хорошо, видно презентацию. Если будут какие-то проблемы со звуком или с видео, пишите, пожалуйста. Все в порядке, мне пишут. Ага, спасибо. Еще раз доброе утро, всех приветствую. Меня зовут Татьяна Щербакова, я бренд-тренер Жермен де Капучини. И сегодня наш вебинар посвящен уходу за телом. Тема звучит так: топ-программ по телу и что предложить клиенту для восстановления после праздников. Ну, кто-то из вас уже знаком с брендом Жермен де Капучини и давно с ним работает. Кто-то сегодня решил познакомиться в первый раз, послушайте о бренде, поэтому я в двух словах расскажу. Жермен де Капучини – это профессиональная косметика, салонная из Испании, которая существует на рынке с 1964 года и признана в Европе лучшей профессиональной косметикой. Также столько лет уже, вот с 1964 года, бренд занимает лидирующие позиции среди салонной косметики в мире. Бренд получил признание Королевского двора Испании, он является поставщиком салонов, лучших отелей премиум-класса и представлен более чем в 80 странах мира. Отличительной особенностью и преимуществом бренда является то, что есть собственная лаборатория Жермен де Капучини, которая, во-первых, она является одной из самых оснащенных в мире, и в ней разрабатываются формулы, разные комплексы, которые дают быстрые выраженные результаты. И разработки Жермен де Капучини имеют международные сертификаты и имеют также множество наград. Также продукция Жермен де Капучини регулярно, постоянно удостаивается разных наград и премий, таких как, например, премии журнала Vogue, Glamour, Cosmopolitan и многие другие. Ну вот очень много продуктов в разные годы получили вот такие вот награды. Еще важной отличительной особенностью и преимуществом бренда являются уникальные ритуалы. Например, ритуал начала процедуры, проведения и экспертного окончания. Это ритуал называется метод Кирея, благодаря которому специалист входит в контакт с клиентом, клиент расслабляется. Также используются уникальные массажные техники. Практически к каждому эксклюзивному уходу разработаны специальные уникальные массажные техники, которые многократно усиливают действия программы и дают также выраженные результаты. Ассортимент Жермен де Капучини очень широк. Он включает в себя продукты профессионального ухода, салонные уходы и домашний уход. И также продукция, она делится на уход за лицом и телом. Вообще в Испании представлено более 1000 наименований продуктов. Представлены и уходы, и парфюмерия, и декоративная косметика. В России у нас представлено более 500 наименований. Компания Sportmed Import специализируется в основном на уходах, поэтому у нас представлены уходы за лицом и для тела. Уходы за лицом делятся на базовые уходы, эксклюзивные, космецевтика, это разные пилинги, концентраты витаминные, и программа защиты от солнца. Уходы за телом, они делятся на корректирующие, как раз-таки сегодня основная наша тема, мы об этом будем говорить, корректирующие антицеллюлитные средства, спа-уходы, которые восстанавливают баланс души и тела, и антиоксидантный уход С+, с витамином С. Ну, вот такой вот краткий обзор. Уважаемые коллеги, если у вас будут по ходу нашего вебинара появляться вопросы, пожалуйста, пишите, я сразу же буду на них отвечать. Ну и переходим конкретно к нашей теме сегодняшней. Это восстановление после праздников. Ну, что мы здесь имеем в виду? Мы с вами пережили прекрасный праздник, Новый год, да, 10 выходных. У всех у нас
были прекрасно накрытые столы, и вдруг после праздников некоторые обнаружили где-то лишние килограммы, где-то немножко потеря тонуса, упругости кожи. И вот сегодня мы поговорим о том, что мы можем предложить нашему клиенту для восстановления, но не только об этом. Первый вопрос нашего вебинара – это именно как быстро похудеть, то есть конкретно уменьшение объемов, улучшение контура фигуры, уменьшение целлюлита и так далее. Но сейчас период достаточно сложных погодных условий, да, вот, например, у нас в Санкт-Петербурге то тепло, то мороз, постоянно прыгает температура, плюс в помещениях отопление, на улице холодно, и, конечно, кожа тоже на это реагирует, и реагирует очень сильно, и она и сохнет, и шелушится, и поэтому мы сегодня также поговорим о том, как улучшить качество кожи, то есть мы в любом случае должны ухаживать, питать, увлажнять, минерализировать, антиоксидантная должна быть защита. Ну и зима – это, в принципе, достаточно сложный период. Ну, кстати, мы его уже прошли, самый сложный, да? Это ноябрь и декабрь, когда очень короткие дни, очень длинные ночи, очень мало солнца. И, конечно, эмоционально это достаточно тяжело. Поэтому сегодня мы еще также поговорим, как восстановить эмоциональный фон. Мы сейчас уже потихонечку начали входить в рабочий режим, начало появляться солнышко, что тоже очень хорошо, и у нас есть программы, которые помогают восстановить эмоциональный фон. Вот они три основных таких вопроса, которые мы будем сегодня обсуждать. Ну и первое, это, конечно же, как быстро похудеть. Ну, скажем так, три шага к идеалу. Это не секрет. Все знают, да, какие у нас три основных шага к идеалу. Но в первую очередь, конечно, это питание. После прекрасных праздничных застолий нужно восстанавливать режим питания. Вообще, у Жермен де Капучини даже есть специальная программа, комплексная программа по коррекции фигуры, которая включает в себя даже диету. Разработана такая специальная диета методом кулачка. То есть то, что вы едите, должно вмещаться в кулачок. Например, мясо, да, или гарнир. Вот. Ну, естественно, минус сладкое, минус мучное, это мы все знаем отлично. Второй шаг – это, конечно, спорт, естественно. Этот шаг помогает гораздо быстрее нам прийти к идеалу. Что здесь могу посоветовать? Если нет сил, нет времени ходить в тренажерный зал, заниматься фитнесом, самый простой совет – это ходьба пешком. Да? Если мы едем на работу, то выходим за две остановки раньше, чем нам нужно, и идем пешком. И это прям максимальные дает результаты. Утром две остановочки, вечером две остановочки прошли пешком. Результаты потрясающие. Ну и третье, о чем как раз сегодня мы будем говорить, это программы процедур, которые предлагает нам Жермен де Капучини. У Жермен де Капучини достаточно широкий выбор, много предложений. Есть программы уже сформированные, паки, наборы. Есть программы, которые вы можете сами формировать, что тоже очень интересно, персонализировано для каждого клиента. Но сначала мы поговорим, что входит в эти программы, какие методы, какие техники, как это работает, какой мы можем получить результат. Ну, в первую очередь, конечно, очень эффективные методы – это массажи. Это вы тоже знаете, да, массажи и для лица – это эффективный метод, и, конечно же, для тела. Мы можем здесь применять мануальные техники. Также бренд Жермен де Капучини предлагает массажеры. Я покажу вам, расскажу о них. Это очень такой эффективный метод, очень интересный и очень нравится нашим клиентам. Ну, известно, да, что массажи, они и улучшают обмен веществ, улучшают кровообращение, способствуют расщеплению жировой ткани, выводы токсинов, дренажный очень хороший эффект. Как только у нас выводится лишняя жидкость из организма, мы сразу замечаем улучшение контура фигуры, естественно, это прям видно визуально очень сильно. И в целом кожа становится более гладкой, более эластичной, более упругой.
Метод эксфоляции очень важен, обязательно в уходе за телом. Эксфоляция бывает разная, бывает химическая с помощью кислот, бывает механическая. И тот, и другой метод очень благотворно влияет на состояние кожи, потому что здесь мы удаляем омертвевшие клетки. Во-первых, мы улучшаем проницаемость кожи, да, все, что мы наносим после, оно лучше проникает, глубже, естественно, эффективнее работает. В целом кожа становится более гладкой, более ровной, более эластичной. Уменьшается дряблость, ну и, естественно, уменьшаются проявления целлюлита. Также Жермен де Капучини предлагает множество разных вариантов интенсивных уходов, таких как обертывание, сыворотки, бустеры. Средства есть охлаждающие, разогревающие, смываемые, несмываемые. Их много, мы обо всех поговорим, обо всем я вам расскажу. Ну, в основном мы знаем, да, что охлаждающие больше направлены на лифтинг, на уменьшение дряблости, на тонус, на подтяжку кожи. Разогревающие в основном это липолитическое действие, жиросжигающее, расщепление жиров и уменьшение объемов. Часто нам требуется совмещение и того, и другого, что тоже абсолютно доступно и возможно. И первая программа, о которой мы с вами поговорим, это программа липоскульптурирующая и укрепляющая Slim and Firm Focus Plan. Эта программа дает комплексное решение и для уменьшения объемов, и для борьбы с целлюлитом, дряблостью кожи. Рассчитана на борьбу с целлюлитом от первой до четвертой стадии примерно на 60 минут эта программа рассчитана. Она делится как бы на две, да, подпрограммы. Slim Focus Plan – это антицеллюлитное или липолитическое жиросжигающее действие, потому что Slim – это стройность, да, а Firm Focus Plan – это на лифтинг, на подтяжку, на гладкость, эластичность, уменьшение дряблости, потому что Firm – это подтянутый, вот так вот переводится. И есть продукты в этой программе, которые могут использоваться в сочетании с аппаратными методиками. Ну вот вы видите на слайде, здесь это указано, я расскажу, какие и как применять и с какими аппаратными методиками. И первый этап этой программы, как мы уже говорили, наиважнейший этап, это этап эксфолиации. Здесь представлена маска эксфолиант, которая продается в паке на 10 пакетиков, уже готовый коктейль. Пакетик на 125 миллилитров, ой, вернее, 25, извините, у меня здесь неправильно написано, 25 миллилитров один пакетик. Это рассчитано на все тело. И это коктейль из АХА-кислот. Здесь и лимонное, и винное, и молочное. Но что делают АХА-кислоты? Они мягко очень, да, деликатно удаляют омертвевшие клеточки, улучшают текстуру кожи. Ну и, естественно, это способствует хорошему глубокому проникновению последующих наносимых средств. Ну и кислоты, как известно, они повышают уровень увлажненности кожи, что тоже очень важно для ее гладкости, упругости, для улучшения внешнего вида. Ну, наносим мы эту маску от колен до груди, естественно, предварительно очистив кожу. У кого-то в салонах есть душ, можно отправить клиента в душ, либо же теплыми полотенцами влажными очистить кожу. Наносим маску от колен до груди, оборачиваем пленкой, оставляем на 20 минут. В эти 20 минут можно выполнить массажные движения. Дальше мы снимаем маску влажным полотенцем, остатки маски, и проходим сухим. Или есть такие рукавички очень удобные, две рукавички сразу взять, одну влажную, одну сухую, прошлись влажной и сразу же сухой. После чего переходим к следующему этапу. Следующий этап – это бустеры. Их здесь два. Почему программа и называется Slim and Firm? Есть скульптурирующий бустер с эффектом нагрева, то есть антицеллюлитного действия, а есть противовозрастной бустер, укрепляющий, с охлаждающим эффектом для лифтинга. Два варианта.
И вот именно вот эти два продукта можно применять с аппаратными методиками. Например, это прессотерапия или процедура LPG. Значит, бустер с эффектом нагрева. Значит, здесь у нас идет липолитическое действие, естественно, жиросжигающее. Что здесь работает? Как он работает? Здесь в состав входят биофлавоноиды, извлеченные из маки. Маки – это такое растение, вот я даже специально его поместила на слайд, вот у меня на картинке, да, мака перуанская – это уникальное лекарственное растение семейства капустных. По внешнему виду напоминает, ну, такая похожая на репку, она бывает желтого, бывает кремового или красного цвета. И вот эти вот биофлавоноиды из маки, они тормозят липогенез. Липогенез – это жиронакопление. Тормозят липогенез, укрепляют стенки сосудов, регулируют синтез коллагена, препятствуют его разрушению, то есть делают кожу более упругой, способствуют выводу токсинов, что как раз-таки делает кожу более гладкой, более ровной, и обладают ярко выраженным общеукрепляющим и противовоспалительным действием. А второй компонент, тоже очень мощный, мощная разработка Germain de Cappuccini, это LipoDrome Technology. Это такая система инкапсулирования. В эти капсулы помещен экстракт вот какаолоба увифера, вот этого вот растения, плодов. И это как настоящие такие косметические дроны. Они доносят вот этот мощный ингредиент именно локально, до места необходимого и способствует жиросжиганию. То есть здесь прям точечная работа. Вы точечно наносите данный бустер на проблемные зоны, но чаще всего это внешняя или внутренняя сторона бедер, да, ягодицы. И вот это LipoDrome Technology прямо точечно, мощно действует и обладает жиросжигающим таким эффектом. Два основных компонента. Мы наносим до полного впитывания. Germain de Cappuccini рекомендует не более чем на 3 зоны. Чуть дальше я покажу, где эти зоны и как их наносить. Закрываем пленкой на 10 минут. Остатки затем снимаем влажным полотенцем. Если вы хотите использовать данные бустеры с аппаратными методиками, все то же самое. Наносим, оборачиваем пленкой, помещаем в пресс, например, да, прессотерапия, или приступаем к процедуре LPG. И второй бустер у нас получается противовозрастной, укрепляющий, с охлаждающим эффектом. Как я уже и сказала, он направлен на лифтинг-эффект, подтягивающее действие. Этот бустер повышает уровень энергии в клетках и обладает мощнейшим антиоксидантным действием. Ткань насыщается кислородом, улучшается метаболизм, обменные процессы. Кожа, она становится такой более компактной, более плотной, ну, за счет чего и получается такой лифтинг-эффект. Повышается тонус кожи, дает такой мощный укрепляющий эффект. Плюс мы очень всегда любим такие продукты наносить на область живота и талии, да, для укрепления, для подтяжки, для лифтингового эффекта. И именно воздействие на уровне живота и талии сокращает объем и дряблость кожи, делает ее более плотной. От чего происходят такие изменения? Вследствие гормональных каких-то перестроений, да, поэтому данный бустер мы рекомендуем возрастным клиентам, у кого уже произошли гормональные изменения. Вот в этом направлении он очень хорошо работает для клиентов, у которых наступил период менопаузы. Вот, дает такой приятный охлаждающий эффект, реструктурирующее действие и подтягивающее действие. Но здесь у нас работает лифт планктон комплекс. Ну, мы знаем, да, что планктон – это живые организмы, которые живут в морях, океанах, колониями. И вот из них производит такой ингредиент, который обеспечивает мощное, сильное лифтинговое действие. Ну, а охлаждающий эффект обеспечивает вода из мелиссы, мяты и розмарина.
используем аналогично, как и предыдущий. И вот здесь на слайде как раз показано вот красным разогревающим бустер, да, на какие мы зоны наносим, а синим это охлаждающий. Но вы можете их совмещать. Вы можете, например, наносить на бедра внешнюю и внутреннюю часть, допустим, разогревающий, а на область живота, например, охлаждающий. Но еще раз подчеркну, не более 3 зон. Оставляем на 10 минут и затем снимаем влажным полотенцем. И следующий этап у нас, 3-й в этой программе, это ремодулирующая массажная эмульсия, которая и укрепляет, и увлажняет, и моделирует. Здесь тоже экстракт планктона и экстракт священного лотоса. По поводу экстракта священного лотоса. Вообще проводились лабораторные исследования, и вот в ходе этих исследований выяснилось, что экстракт лотоса расщепляет клетки жировой ткани человека эффективнее, чем кофеин. Мы отлично с вами знаем, да, что кофеин всегда используется в антицеллюлитных средствах, в жиросжигающих продуктах, потому что он эффективен. Так вот, экстракт священного лотоса еще более эффективно работает, чем кофеин. Поэтому мы еще с вами его в дальнейшем тоже встретим. Мы наносим эту эмульсию на кожу, распределяем и проводим массаж в течение 30 минут. Эмульсия впитывается, смывать ее не нужно. Вот 3 этапа программы, которые вы можете либо одну выбирать, антицеллюлитную, либо лифтинговую, а можете и совмещать, что чаще всего даже, да, эффективно совмещать. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, пишите, буду сразу по ходу дела отвечать на них. Если вопросов нет, тогда мы перейдем к следующей программе, которую предлагает Жермен де Капучини. Это уже идет пак, набор на 8 процедур, программа «Целью Программ Плюс». Это антицеллюлитная программа, такая комплексная, очень эффективная. Она подходит абсолютно для всех, для любого возраста и обеспечивает такой мощный комплексный уход. Здесь и эксфолиация, и детоксикация, и улучшение микроциркуляции, насыщение кожи кислородом, очень хороший дренажный эффект, липолиз, естественно, жиросжигающее действие и лифтинг. Набор на 8 процедур. Рекомендуем процедуры один раз в неделю и продолжительность 60 минут. И начинается первый этап, это липоактивное обертывание. Здесь получается 8 пакетиков по 1,5 грамма и гель 500 миллилитров. Также в наборе есть мерный стаканчик. Мы приготавливаем это обертывание на 50 миллилитров геля, 1 пакетик порошка. Вот, значит, что делает данное обертывание? Это идет и отшелушивание, удаление омертвевших клеток, эксфолиации, и вывод токсинов, и улучшение кровообращения. Здесь получается энзимный порошок, вот кератиназа и папаин. Кератиназа – это из особых бактерий, производится папаин из папайи. То есть это энзимы, ферменты, которые очень мягко, деликатно удаляют омертвевшие клетки. А бромелайн – это фермент из ананаса, тоже очень деликатное, такое мягкое отшелушивание происходит. А гиалуронидаза – это компонент, который расщепляет гиалуроновую кислоту и таким образом уменьшает вязкость межклеточной жидкости и усиливает дренаж лимфы, вследствие чего происходит детоксикация, соответственно, уменьшаются отеки, улучшается внешний вид кожи и, соответственно, уменьшается проявление целлюлита. Имбирь, мака, кофеин, исцин, клюква – это все то, что улучшает кровообращение, обладает липолитическим жиросжигающим действием. И получается такой очень мощный комплексный подход. И эксфолиация, и антицеллюлитное воздействие. Наносим от коленей до области под грудью, как обычно, оборачиваем пленкой на 15 минут.
И затем мы снимаем постепенно по зонам пленку и массируем до полного впитывания. Здесь ничего смывать не нужно. Очень удобная программа для салонных процедур, особенно где не предусмотрен душ. Поэтому здесь не нужно ничего смывать. После первого этапа мы переходим ко второму этапу. Это масло-бустер, подтягивающее и укрепляющее. Очень мощный продукт, очень мощное масло. Здесь огромное количество натуральных масел. Мы видим и семян граната, и зеленого кофе, и центеллы азиатской. То есть это и липолитическое действие, мощнейшее антиоксидантное действие, успокаивающее, центелла азиатская, например, она заживляющим, успокаивающим действием обладает. Эластичность придает коже, упругость. Масло сладкого миндаля делает кожу очень эластичной, мягкой и упругой. И мы наносим данное средство и проводим массаж приблизительно 30 минут. Затем масло, оно впитывается и продолжает ухаживать за нашей кожей. И вот здесь также Germaine de Cappuccini предлагает аксессуары массажные. Вот они на слайде у меня, на фотографиях есть. Два массажера. Желтый массажер – это для липодренажного массажа антицеллюлитного, он более такой интенсивный, более жесткий. Это ролик, по которому мы проводим такие энергичные, интенсивные массажные движения. Второй массажер у нас для лифтинга, он помягче немного работает, вот розовый, для лифтинга, для борьбы с дряблостью. Но здесь вы уже определяете, как специалисты сами, кому какой необходим массажер, а можно совмещать, можно сначала сделать массаж на желтом массажере антицеллюлитный, а затем перейти на розовый. Можно совмещать с мануальными техниками, что тоже очень интересно и разнообразит вашу программу ухода, и также это очень понравится вашим клиентам. Так что вот такая вот программа, комплексная, которая очень такая универсальная, подойдет для всех и решает множество проблем. Следующая программа LipoStock Extreme. Здесь тоже набор. Этот набор рассчитан на 10 процедур. Предлагаем мы программу один раз в неделю. В этой программе у нас уникальное сочетание ингредиентов и концентрированные формулы, которые уменьшают именно эффект апельсиновой корки. Но мы знаем, да, что эффект апельсиновой корки обусловлен несколькими причинами, и две основные – это гормоны, когда происходят гормональные изменения в организме, и вторая причина – это окислительный стресс. Первая причина в основном все-таки это в период менопаузы, то есть это такое антивозрастное уже действие этой программы. А вторая причина – окислительный стресс. Мы подвергаемся ему ежедневно, в течение всей жизни. И вот этот вот окислительный стресс, он нарушает нормальное функционирование адипоцитов, жировых клеток, приводя к нарушению равновесия и последующему появлению жировых отложений и, соответственно, неровности кожи и апельсиновой корки. И вот компания Germaine de Cappuccini создала вот такую вот уникальную программу LipoStock Extreme, которая помогает бороться с проблемами. Это жировые отложения локальные, это окислительный стресс, это вот основное, с чем работает данная программа. Как она работает? Она улучшает поверхностное микрокровообращение, стимулирует вывод жидкости и токсинов. Особенно мы рекомендуем данную программу женщинам, как я говорила, уже в период менопаузы, у которых произошли гормональные изменения, у которых наблюдается застоявшийся такой сложный уже целлюлит, и направлена она на восстановление красоты кожи. Что входит в эту программу? Значит, первый этап у нас идет эксфолирующий воск, который дает как такое энзимное отшелушивание, эксфолиацию, так и физическую. Здесь микрогранулы папай и папаин. Папаин мы уже встречали с вами, это энзим, который мягко, очень бережно, деликатно
удаляет омертвевшие клетки, микрогранулы папайи, они дают такой физической эксфолиации, плюс масло макадамии, которое будет смягчать, увлажнять и придавать эластичность коже. Значит, что делает этот воск? Удаляет омертвевшие клетки и сокращает жировые отложения. Мы наносим с помощью массажа в течение 20 минут. Это воск, по нему хорошо очень проводить массаж. И тоже не снимаем. Опять-таки, очень удобна эта программа в работе, в плане того, что не надо, не требуется душ, не надо ничего снимать, ничего смывать. Проводим массаж. И дальше переходим сразу же к следующему этапу. Это липолитическое дренажное обертывание. Мы наносим его сверху. Значит, как это обертывание работает? Ну, во-первых, кофеин. Мы уже говорили об этом, да, что кофеин, он обладает мощным липолитическим действием, жиросжигающим, улучшает кровообращение, микроциркуляцию. Экстракт тетраганалобуса. Он защищает адипоциты, то есть жировые клетки, от окислительного стресса. Как мы вначале обсудили, да, это является одной из причин появления апельсиновой корки. А экстракты плюща и иглицы улучшают кровообращение, способствуют выводу токсинов, дренажное действие. То есть такой мощный, комплексный тоже уход. Наносим, сверху напоминаем, у нас был воск, мы его не смываем. Наносим обертывание, пленочку. Используем для обертывания, оставляем на 20 минут. Через 20 минут мы снова ничего не смываем и переходим к следующему этапу. Это липолитическая эмульсия. Она такая в виде спрея. И эта эмульсия, она трансформирует предыдущие средства, нанесенные, в массажную эмульсию. Все, мы наносим, ну, вот на ладошку и на кожу наносим, трансформируется в массажную эмульсию, и мы приступаем к массажу. И массаж мы можем делать, ну, примерно в течение 30 минут, до полного впитывания. А как работает данная эмульсия? Она содержит уникальный компонент кефаслим. Это биометрическая, доброе утро, вот к нам еще присоединяются участники, биомиметическая молекула энкефалина, которая имитирует его липолитическое действие. Энкефалин входит в группу пептидов, которые имеют свойство активизировать липолиз. Липолиз, помните, да, жиросжигание в адипоцитах жировой ткани. И вот эта вот молекула, она как раз имитирует липолитическое действие. Ну и второй экстракт, который защищает от окислительного стресса, мы встречали в предыдущем продукте. Поэтому здесь идет опять мощнейшее липолитическое действие, плюс придает гладкость и мягкость кожи. Опять-таки три этапа, никакого смывания не требуется, очень удобно и очень такое мощное, сильное воздействие, которое вы можете предложить для возрастных клиентов. Еще раз хочу напомнить о том, что если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Я буду отвечать сразу же по ходу нашего вебинара. И мы переходим к следующим продуктам, которые мы можем предложить нашим клиентам. Это уже персонализированные программы. Все продукты продаются отдельно. Вы можете выбрать для каждого клиента свою программу, можете их менять. Здесь уже дается такое обширное поле для творчества, для вашего. Ну и, естественно, мы начинаем с этапа подготовки, да, и подготовка – это, понятно, что очищение, я уже даже это упускаю, не говорю, это в любом уходе первое. И дальше у нас идет эксфолиация, скраб-эксфолиант, эмульсионный. Значит, этот скраб, он тоже содержит два эксфолианта, химический – это гликолевая кислота, и физический эксфолиант – это микросферы воска жожоба. Очень эффективно работает, но достаточно деликатно, не травмируя, не царапая кожу. Удаляет омертвевшие клетки, выравнивает рельеф кожи, подготавливает кожу к последующему уходу. Далее
предлагаются три сыворотки, три варианта. Тут уже вы смотрите на проблему и подбираете сами. Три варианта. Антицеллюлитная сыворотка, которая будет с таким тепловым эффектом. Сыворотка дренирующая для вывода токсинов и лишней жидкости. И сыворотка укрепляющая для повышения упругости. Вот здесь уже дается выбор. Сыворотка антицеллюлитная. Значит, ну понятно, обладает мощным липолитическим действием, экстракт священного лотоса, помните, да, уже мы встречали его, который работает мощнее, чем кофеин, обладает жиросжигающим действием и, естественно, борьба с целлюлитом. Значит, здесь есть еще экстракт плодов кориандра, который снимает отечность и тоже выводит лишнюю жидкость, улучшает циркуляцию крови. Как мы используем данную сыворотку? Берем по протоколу 4 мл средства и 20 грамм массажного крема. Дальше мы с вами увидим, какие предлагаются кремы. У нас их два. И выполняем массаж моделирующими движениями примерно 20-30 минут. Следующий вариант. У нас идет дренирующая сыворотка, которая направлена в большей степени на выводы излишней жидкости, на выводы токсинов. Соответственно, здесь идет коррекция объема фигуры, да, улучшаются контуры фигуры. Сыворотка дренирующая, вот все компоненты, которые здесь указаны, гинго-билоба, иглица, золотарник, все эти компоненты, они направлены на улучшение кровообращения и уменьшение отеков. Точно так же аналогично мы ее используем. 4 мл средства с 20 грамм массажного крема. И выполняем массаж. Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, здесь у меня на слайде еще указан код продукта, то есть если что-то заинтересовало, вы можете себе просто код записать, чтобы потом очень легко и быстро можно было сделать заказ. И третий вариант у нас идет, это сыворотка укрепляющая, которая направлена на повышение упругости кожи, лифтинг-эффект, борьба с дряблостью. Вот здесь вот активное вещество натурального происхождения, оно стимулирует синтез коллагена и укрепляет каркас кожи, таким образом повышая плотность кожи. Structuline 4 – это компонент, разработка Жермен де Капучини, который укрепляет кожу. А молекулярная пленка с пептидами, она обеспечивает лифтинг. То есть все три основных комплекса направлены на незамедлительный лифтинг, подтягивающий эффект, укрепляющий для повышения упругости кожи. Ну, естественно, здесь мы уже выбираем какую-то одну сыворотку, мы их не смешиваем, мы их не комбинируем, а выбираем какую-то одну программу персонализированно, либо антицеллюлитная, либо укрепляющая, либо дренажная. Потому что есть еще продукты, которые усиливают действие этих сывороток, и это бандажи. Есть также три бандажа, липолитические, теплые, дренирующие, холодные, и с эффектом лифтинга. Все эти бандажи, они имеют такой очень качественный, очень плотный, очень хороший материал, который, в принципе, даже можно потом использовать повторно. Ну, понятно, что вы в условиях салона не будете этого делать, но очень часто косметологи потом после использования отдают эти бандажи клиенты, клиенты дома стирают и могут использовать повторно. Там настолько хорошее качество материала, что, в принципе, ну, скажем так, несносимы просто эти бандажи. Итак, липолитические. Значит, естественно, здесь у нас кофеин, экстракт святого лотоса, опять-таки похожие ингредиенты, оказывает липолитическое, жиросжигающее действие. Здесь мы по протоколу наносим сыворотку, делаем массаж, и дальше уже забинтовываем бандажами каждую ногу по отдельности. Вот есть даже схема, здесь есть у меня на слайде схема, как это делать, способ именно забинтовывание от колена до паха, область живота и следующая нога. Ну, здесь написано обернуть пленкой, это не обязательно. Можно укрыть пледом и оставить на 20-30 минут.
Дальше снимаем бандажи и остатки впитываем массажными движениями. Теплый бандаж рекомендуется перед применением подогрев. Ну, как мы можем это сделать? Самый идеальный способ – это в полотенце-нагревателе, да? Ну, либо еще можно положить на батарею, если она достаточно горячая, естественно, в закрытом виде. Следующий бандаж у нас идет дренирующий, холодный, и, как вы уже догадываетесь, его рекомендовано перед применением охладить в холодильнике. Здесь у нас те же экстракты, что были в сыворотке, помните, иглица, мята, кофеин, все, что стимулирует микроциркуляцию, способствует выводу жидкости, выводу токсинов. Соответственно, если мы выбрали программу дренирующую, то мы наносим соответствующую сыворотку и соответствующий бандаж. Здесь мы забинтовываем каждую ногу по отдельности до паха, но не слишком близко, то есть на некотором расстоянии. И опять-таки оставляем на 20-30 минут и остатки средства впитываем массажными движениями. И третий вариант у нас получается это бандажи с эффектом лифтинга, укрепляющий. И опять-таки, если мы посмотрим на состав, мы видим абсолютно тот же состав, что и в сыворотке. То есть получается, что бандаж, он усилит многократно действие сыворотки. Здесь он одним идет полотном, и мы разрезаем уже нужные нам размеры. То есть мы забинтовываем ногу до паха, живот. В некоторых случаях требуется верхняя часть руки от плеча до локтя, укрепляет, подтягивает, обеспечивает лифтинг. Также оставляем на 20-30 минут и остатки впитываем. Вот вы видите уже, да, три программы полноценных здесь у нас уже мы можем предложить. И теперь кремы массажные. Здесь предлагается два крема. Крем массажный с морскими водорослями. Здесь также кофеин, который усиливает кровообращение и стимулирует липолиз. Здесь экстракты водорослей и эфирные масла водорослей. Ну, водоросли у нас это и антицеллюлитное, и мощнейшее антиоксидантное действие, вывод токсинов и увлажнение кожи также. Очень хорошее водоросли дают увлажнение кожи. Но здесь два варианта. Либо мы с сывороткой смешиваем, да, если мы хотим полностью программу по протоколу, либо можно использовать отдельно просто как массажный крем. Ну, соответственно, так как здесь направлено на липолиз, то идеально использовать в программе для жиросжигания антицеллюлитная сыворотка, антицеллюлитный бандаж и вот этот крем массажный с морскими водорослями. Он представлен в двух объемах. Здесь 500 и 1000 миллилитров. И второй вариант у нас массажный с коллагеном. Здесь в составе морской коллаген, который, понятное дело, повышает упругость кожи. Поэтому данный крем, он больше направлен на повышение эластичности, упругости, лифтинга, борьба с дряблостью и вывода токсинов. Соответственно, там, где у нас идет программа на повышение упругости, и сыворотка тоже есть, и бандаж, и вот мы можем использовать данный крем. Этот продукт, он представлен в объеме 500 мл. Следующая программа, тоже есть такая проблема, и у Жермен де Капучини есть что предложить, это уход за кожей рук. Но здесь имеется в виду от плеча до локтя. Это борьба с дряблостью кожи рук, направленная на лифтинг-эффект. Значит, программа подтяжки и укрепления рук. Как раз-таки работает с локализованной дряблостью. Можно ли этот крем с коллагеном использовать для массажа лица? Я бы, Татьяна, вопрос. Татьяна, я бы не стала рекомендовать продукты для тела использовать для лица, потому что здесь в составах совершенно другие концентрации идут ингредиентов. Здесь более такие интенсивные, да, например, для вывода токсинов слишком активный и интенсивный будет состав для тела. Для лица все-таки другие концентрации используются в других формулах. Жермен де Капучини предлагает достаточно много, очень много разных
массажных кремов, в том числе и для повышения упругости, поэтому лучше все-таки выбирать тот крем, который предназначен специально для лица, а этот все-таки используем для тела, для массажа тела. Не рекомендуем. Теперь программа для укрепления кожи рук. Значит, здесь что работает? Ну, во-первых, у нас здесь набор на 5 процедур. Флакон с пипеткой 30 мл, эмульсия и 5 индивидуальных пакетов с рукавами. Как работает данная программа? Здесь в состав входит экстракт планктона. Мы сегодня тоже встречали, да, его уже, планктон. Это мощнейшее активное вещество морского происхождения, которая способна имитировать эффект упражнений с сопротивлением. Как мы в зале уменьшаем дряблость рук, да, мы делаем специальные упражнения для этого. Вот такой экстракт имитирует эффект этих упражнений и делает руки более упругими, более такими плотными, кожа более плотная и уменьшается дряблость. А органический кремний, он повышает плотность и эластичность кожи. И опять-таки борется с дряблостью. То есть вот эти два компонента. Опять, кому мы, ну, в первую очередь. Вообще, вы, конечно, можете рекомендовать всем, но в первую очередь мы рекомендуем, конечно, женщинам от 35 лет, у которых наблюдается нарушение мышечного тонуса внутренней части предплечья и локальная дряблость кожи. Проводим эксфолиацию любым средством. Мы с вами предварительно уже рассмотрели несколько, да, разных, которые можно отдельно купить, не в программе есть. Тот же самый скраб из вот, Body Beauty Infusion есть эксфолирующий. Мы выполняем массаж на внутренней стороне плеча в течение 15 минут вот по эмульсии на каждой руке. И затем надеваем рукава, пропитанные активными веществами, и оставляем на 20 минут. Все, остатки средства впитываем. Вот такая вот тоже есть интересная программа. Ну что в результате мы получаем? Упругая, эластичная кожа, лифтинг-эффект хороший. Вот мы с вами сейчас поговорили о том, как быстро похудеть, да, у нас три шага, питание, спорт, и есть программа ухода. Причем вариантов много, предложить, что клиенту есть. Есть готовые уже программы, есть те, которые вы можете персонализированно составлять, и они дают быстрое такое ударное действие хорошее, особенно если клиент регулярно приходит к вам, то результат, естественно, будет заметен незамедлительно. Особенно если это все в комплексе делать. Мы с вами говорили о том, что зимой в таких погодных условиях ухудшается качество кожи. Да? Мы наблюдаем сухость, потерю тонуса, упругости. Очень многие замечают шелушение. Поэтому сейчас мы поговорим о том, как можно работать с качеством кожи. Что можно предложить нашим клиентам для решения этой проблемы. Но я хочу сделать акцент на то, что программы, о которых я сейчас буду говорить, они работают не только с качеством кожи, они тоже работают на коррекцию фигуры. То есть здесь идет и коррекция, вот если предыдущие программы, там четко прям на коррекцию шло мощное воздействие. Здесь идет комплексно и на коррекцию, но уже и на качество кожи. Здесь мы предлагаем минерализацию, антиоксидантное действие, питание и увлажнение. И в данном случае мы можем предложить программу Lita Essentials. Это линия лито-косметических средств. Что такое лито? Это камни. То есть это программа восстановления с добавлением полудрагоценных камней. Уход нам обеспечивает минерализацию, это профилактика старения кожи, это антистресс, питание, увлажнение, восстановление. Ну, тут вы скажете мне, ну, какая же тут коррекция? Давайте посмотрим. Сюда входят минеральные эликсиры полудрагоценных камней. Алмаз. Вообще алмазная пудра, она подтягивает кожу, разглаживает и стимулирует синтез коллагена, что обеспечивает упругость, обладает хорошим антиоксидантным эффектом и выводит токсины из глубоких слоев кожи. Вывод токсинов – это уже антицеллюлитное действие, да? Аметист.
Аметист стимулирует микроциркуляцию. Естественно, это улучшает обменные процессы, способствует выводу токсинов, выводу жидкости излишней. Сапфир. Частицы этого камня, они разглаживают морщины, то есть дают гладкость коже, снимают раздражение и улучшают тон кожи. Таким немного осветляющим эффектом обладают. Рубиновая пудра уплотняет кожу, что уменьшает ее дряблость, тоже стимулирует выработку коллагена и эластина. А самое главное, вот эликсир из рубина успокаивает кожу и защищает ее от сухости. Это то, о чем мы говорим, что зимой кожа шелушится, сохнет, очень такой большой дискомфорт. Многие испытывают, да, клиенты, большой дискомфорт. И вот именно вот этот эликсир, он защищает кожу от негативных воздействий внешней среды. В данном случае от перепадов температур. А мы испытываем их ежедневно и постоянно. Холод на улице, отопление в помещении. И вот из-за этого и идет такая разбалансировка кожи. И вот именно вот этот эликсир, он и защищает от, не защищает, а восстанавливает кожу после воздействия ультрафиолетовых лучей, это летом, а зимой именно от перепадов температур. И родохрозит – это очень мощный антиоксидант. Поэтому, видите, здесь идет и минерализация, и восстановление, и упругость кожи, в комплексе работает программа. Здесь у нас два продукта. Это пудра эксфолиант с добавками из полудрагоценных камней. Ну, естественно, эксфолиант – это удаление омертвевших клеток кожи, улучшение рельефа, гладкость, обновление, восстановление. Значит, здесь пакетики, 15 пакетиков по 9 грамм и есть мерный стакан. В программу входит, получается, пудра эксфолиант и крем. И вот такой вот крем восстанавливающий. Как мы используем пудру? Мы смешиваем 40 мл крема и 1 пакетик вот этой пудры в мерном стаканчике. Даем немножко настояться, буквально 2-5 минут, и проводим пилинг. А остатки мы снимаем с помощью влажных рукавичек, ну, или отправляем клиента в душ, если есть такая возможность. Здесь у нас идут порошок аметиста, сапфира и рубина. И далее у нас крем восстанавливающий, который и глубоко питает, и увлажняет. Здесь минеральные эликсиры и олигоэлементы, предотвращает старение кожи. Соответственно, это и такой немножко антивозрастной уход. Соответственно, здесь программа, она обеспечивает комплексное восстановление кожи. Следующая программа тоже направлена на работу с качеством кожи. Эта программа у нас Oil Phytocare, вот такая вот, с очень приятным таким летним, немножко сладковатым, красивым ароматом. Данная программа у нас, ну, ее можно и зимой использовать, она восстанавливает, укрепляет, антистресс, детоксикация, и уже ближе к лету можно предлагать для подготовки кожи к загару. Здесь набор, это одним набором идет на 12 процедур, 3 продукта входит в набор, и вот эта программа, она тоже используется без воды, что тоже очень удобно, если нет в салоне душа. Средства наносятся одно за другим, последовательно, не смывая. Причем клиент при этом не ощущает эффект маски или эффект слоеного пирога. Все очень прекрасно впитывается, очень комфортные ощущения. Что здесь у нас входит в эту программу? Первый продукт, первый этап – это питательное масло. Вот такой вот флакон 300 мл. Здесь органическое масло семян баобаба. Вообще масло семян баобаба, оно подходит абсолютно для всех типов кожи. В особенности очень хорошо работает с сухой и обезвоженной кожей. Это то, что нам сейчас с вами как раз-таки и нужно. Зимой, когда кожа сухая, обезвоженная и шелушится. И вот это вот масло, оно дополнительно устраняет шелушение, смягчает, восстанавливает кожу, успокаивает.
масла сладкого миндаля, абрикоса и моркови здесь обеспечивают эластичность, мягкость и гладкость кожи. Мы наносим на все тело, ну, работаем по зонам, да, сначала одну зону, затем другую зону, одна нога, вторая нога, спина, руки, все по зонам наносим и 15 минут делаем массаж. Дальше, не смывая масло, мы переходим к следующему этапу. Следующий этап – это эксфолиация. И мы используем для этого натуральную соль с Майорки. Еще раз хочу подчеркнуть, что данный набор рассчитан на 12 процедур. И вот эта вот баночка соли, она рассчитана на 12 процедур. Здесь 60 грамм, но этого более чем достаточно даже на большой объем, скажем так, на высокий индекс массы тела, да, потому что здесь мы применяем очень маленькое количество, буквально щепоточку на зону мы наносим, и вот здесь используется уникальная натуральная соль с Майорки, называется она Fleur de Sel. Это один из лучших и наиболее востребованных в косметологии видов соли. Потому что данная соль, вот даже у меня здесь на слайде написан, да, химический состав соли, содержит более 80 минералов и олигоэлементов. Например, данная соль содержит магния в 16, а то и в 20 раз больше, чем обычная морская соль. И в 2 раза больше содержит калия и кальция и различных олигоэлементов, чем обычная соль. То есть абсолютно такой уникальный продукт. Поверх масла буквально щепотку мы насыпаем на каждую зону и массируем примерно тоже в течение 15 минут. Уделяем особое внимание загрубевшим участкам, локти, колени, пяточки и так далее. И дальше, третьим этапом, не смывая ничего, ни масла, ни соль, мы наносим эмульгирующую сыворотку для тела. И вот эта вот сыворотка, она растворяет уже кристаллы соли, создает эмульсию массажную, и здесь мы уже проводим массаж в течение 30 минут. То есть 15 минут первый этап, 15 минут второй этап и 30 минут третий этап. В целом у нас получается на 60 минут данная программа. Все, мы проводим массаж. Здесь натуральные масла сладкого миндаля, абрикоса, токоферол, это витамин Е, да, сильнейший антиоксидант. Масло и обеспечивает хорошее скольжение. Можно сделать приятный массаж, плюс питание, увлажнение, повышение эластичности кожи и антиоксидантное действие. Ну, то, что не впиталось, то остатки можем снять с помощью сухой рукавички. Не влажный, а сухой. Вот у нас вот такая замечательная программа, которая тоже комплексно работает с качеством кожи. Ну и третий наш с вами вопрос был, это эмоциональное состояние, да? Мы помним, что мы пережили самые длинные ночи и самые короткие дни в декабре и в ноябре. И, конечно, нам нужно поднять себе настроение, привести в баланс тело и душу, и мы можем предложить нашим клиентам потрясающую программу, настоящую ароматерапию. Что поднимает нам настроение? Что вам больше всего поднимает настроение? Признайтесь честно. Шоколад, да, сладости. Ну, мы помним о том, что первый шаг к идеальной фигуре – это питание, поэтому шоколад мы не едим, но мы можем поднять себе настроение его ароматом. И мы предлагаем здесь шоколадную программу, которая 100% понравится вашим клиентам. И опять, смотрите, здесь идет не просто эмоциональное состояние, мы восстанавливаем, здесь опять комплексно. Здесь идет антицеллюлитная терапия, потому что известно, что какао-порошок, шоколад очень хорошо работает с апельсиновой коркой. Здесь идет питание. Известно, что порошок какао очень хорошее дает питание, повышает эластичность кожи, упругость, бодрит и тонизирует. Данная программа, кстати, входит уже не в линию, которая для коррекции фигуры, а в другую линию.
Так, холодное бандажное обертывание можно ли при варикозе? Можно, да, можно. Ирина вопрос задала. И вот эта программа, она у нас входит уже в другой блок ухода за телом. Это линия Spearens, это ароматерапия, это спа-уходы. А в этой линии у нас есть три эмоциональных направления. Это линии программы, которые повышают энергию, программа детокс и программа успокаивающая. И они даже отмечены вот такими значками. Видите, у меня такой человечек с поднятыми руками. Значок энергия. То есть здесь мы после темных ночей и длительной зимы мы хотим подарить энергию нашему клиенту. Улучшить настроение, бодрость, тонус. И вот эта вот шоколадная программа как раз таким образом и работает. Первый этап у нас – это скраб-эксфолиант шоколадный, который стимулирует липолиз. Каким образом? Здесь порошок скорлупы какао и порошок какао-бобов. В какао-бобах содержится кофеин. Мы знаем, что кофеин – это природный энергетик. Он стимулирует кровообращение, нормализует отток крови и лимфы, препятствует появлению отеков. Кофеин – один из самых эффективных ингредиентов в борьбе с целлюлитом. Мы тоже об этом уже сегодня говорили. Поэтому здесь не только у нас эмоциональное состояние, здесь тоже коррекция фигуры идет комплексно. Значит, скраб у нас удаляет омертвевшие клетки, делает кожу более гладкой, более эластичной, стимулирует процесс липолиза, то есть это антицеллюлитный эффект. Мы наносим на влажную кожу, предварительно, естественно, очищенную, массируем, как обычно, и смываем под душем. Если вы будете дальше продолжать обертывание наносить, то смывать не нужно. Вот что самое главное здесь. Если, конечно, вы что-то другое будете делать или только скраб, тогда мы его смываем. Но так как мы сегодня говорим о комплексном уходе, да, о программах, то мы подразумеваем, что мы проводим следующий этап, и в этом случае мы скраб не смываем, а переходим к шоколадному обертыванию. Вот просто открываете вот это вот ведерко, и такой настоящий вкусный-вкусный молочный шоколад. Ну, прямо хочется его съесть. Очень приятный аромат. И здесь у нас порошок, который мы разводим с водой. 120 грамм порошка на 240 грамм воды. Получается такая приятная муссовая текстура, которую мы наносим на тело, естественно, под пленку на 20-30 минут. Как работает? Ну, во-первых, порошок какао-бобов. Это мы уже обсудили. Это эффективная борьба с целлюлитом, это липолитическое действие. Экстракт красных водорослей – это вывод токсинов, улучшение микроциркуляции, антиоксидантное действие. Еще здесь есть такой компонент интересный – магнезиум-сульфат. Что это такое? Это английская соль, которая содержит в себе магний, серу, воду и кислород. И вот это вот соединение химических элементов обеспечивает очищение клеток от токсинов, снимает напряжение в мышцах, способствует лучшему усвоению питательных веществ. Благодаря магнезию-сульфату усваиваются питательные вещества, и кожа выглядит более здоровой, красивой. А магнезиум оксид – это такой белый порошок, который часто используют в косметических средствах. Он является очищающим от загрязнений, профилактика различных инфекций и обладает таким вяжущим, заживляющим действием. Вот такое вот потрясающее просто обертывание, которое точно восстановит эмоциональный фон вашему клиенту, поднимет настроение, еще и поработает и с контурами фигуры, и с качеством кожи. Ну, обертывание мы, естественно, смываем, после чего можно нанести, в принципе, любое средство. Ну, вот я бы, например, предложила вот такой вот лосьон увлажняющий с маслом карите. Данный лосьон легкий, очень хорошо впитывается,
Очень такой легкий, приятный аромат, хорошо глубоко увлажняет, повышает эластичность кожи. Здесь очень много натуральных масел, масло карите, знаете, оно очень питательное, содержит много липидов, сладкий миндаль, мандарин, экстракт лаванды. Это вот такой вот флакончик объемом 2 литра, подходит абсолютно для всех и идеально подойдет для завершения вот этой процедуры. Итак, мы с вами рассмотрели, получается, программы, которые направлены на коррекцию фигуры четко, программы, которые работают с качеством кожи, программы, которые восстанавливают эмоциональный фон. Согласитесь, огромное количество вариантов, которые сегодня можно предложить клиенту, вот именно сейчас, зимой, в такой сложный период года. Но понятное дело, что для того, чтобы все, что мы сделали в салоне, продлить эффект, улучшить, усилить, мы, конечно, еще и предлагаем продукты домашнего ухода, которых Жермен де Капучини тоже очень много, очень широкий ассортимент и на коррекцию фигуры, и на улучшение качества кожи. Что мы здесь можем предложить? Ну, первый продукт – это концентрат ночной для похудения. 125 мл. Это текстура такой микроэмульсии, которая проникает в глубокие слои кожи. Что делает? Разглаживает, укрепляет, способствует похудению в проблемных зонах. То есть здесь мы наносим конкретно на проблемные зоны, локально. Стимулирует расщепление жировой ткани, повышает эластичность кожи, выводит токсины. Ну, куда в основном, для чего предназначен в основном? В основном это мы наносим на живот, на бедра, ягодицы, на колени. Здесь в состав входят специально такие обработанные бурые водоросли, которые обладают мощным липолитическим действием. Сжигают жировые отложения и способствуют выведению токсинов и жидкости. И вы видите очень много компонентов, например, тот же структулин, который мы уже встречали сегодня, который стимулирует выработку коллагена и повышает упругость кожи. Может быть легкое такое тепловое ощущение. Это нормально, так и должно быть. Это говорит о том, что средство работает. На ночь наносим локально на проблемные зоны и массируем до полного впитывания. Следующий продукт – это масло для уменьшения объемов. Очень активный состав. Во-первых, оно двухфазное, вы видите, да, на картинке. Перед применением мы его смешиваем. Наносим от колен до груди массажными движениями. Здесь уже мы можем два раза в день применять, утром и вечером. Масло хорошо впитывается. И немножечко поговорим о том, как оно работает. Ну, во-первых, здесь масло семян граната, которое активирует липолиз. Активирует липолиз, жиросжигание, и подавляет липогенез, жиронакопление. И известное дело, что гранат – это мощнейший антиоксидант. Лесные ягоды – это клубника, малина, ежевика, улучшает микроциркуляцию. Зеленый кофе тоже активирует липолиз. Центелла азиатская укрепляет, омолаживает. Перец – известный, да, ингредиент, улучшает микроциркуляцию. Ну и экстракты натуральные, такие как мака, брусника, иглица, они способствуют дренажу, выводу лишней жидкости и способствуют уменьшению объемов. Очень интенсивное, очень классное средство, очень хорошо работает. В комплексе, если все клиент будет делать так правильно, как мы сегодня обсуждали, и питание, и спорт, и наши программы в салоне, и домашний уход – результат будет великолепный. Это мы можем обещать точно. Следующий относительно новый продукт – это крем-гель, интенсивно уменьшающий объемы. Что интересного в этом продукте? В том, что он определенным образом работает ночью и работает днем. Почему идет такое разделение? Потому что известно, что жировая ткань, вот именно хронобиология жировой ткани днем и ночью отличается. Отличается липидный обмен в течение дня и ночи. Поэтому ночью этот продукт
дает антинакопительное действие, предотвращает липогенез, жиронакопление, что очень важно, потому что мы боремся, да, но липогенез никто не отменял. Дальше уменьшает объемы, облегчает отток жидкости, дренажное действие. Опять-таки, чтобы утром меньше было отечности, активирует липолиз во время ночного отдыха. И обладает энергетическим действием, интенсивно воздействует на процесс сжигания жиров и стимулирует энергетический обмен адипоцитов, жировых клеток. Днем это идет уменьшение объемов, активное сжигание жиров. Вот здесь пометочку делаю, говорите обязательно вашим клиентам, что многократно усиливается действие этого продукта при занятиях спортом. Это, я уверена, что у вас очень многие клиенты спрашивают, что мне такое купить, чтобы наносить в зал. Да, вот я иду на фитнес, чтобы мне такое нанести, вот это идеальный продукт для занятия спортом. Днем перед тем, как мы идем в зал, и вечером на ночь наносим тоже. Значит, днем это уменьшение объемов, особенно при занятиях спортом, и подтягивающее, укрепляющее действие. Тоже мы все уже ингредиенты видели сегодня. Это и биофлавоноиды из маки, экстракт планктона. Очень мощный такой состав. Следующий – это крем, моделирующий для живота и талии. Известная тоже проблема. Этот крем, он направлен конкретно на борьбу локально в области живота и талии, а мы опять-таки обсуждали, что данная проблема, она возникает при гормональных изменениях, то есть в зрелом возрасте. Поэтому данный крем мы рекомендуем возрастным клиентам, у которых ну, уже начался или идет, или прошел период менопаузы, то есть произошли гормональные изменения. Здесь у нас кофеин, который усиливает кровообращение, силикон морского происхождения, который упругость дает коже, плотность, компактность, тем самым уменьшает талию и живот в объеме. И кожа, она приобретает упругость. Здесь мы наносим два раза в день, утром и вечером. В принципе, для всех типов кожи и даже вот предлагается для мужчин. Но в основном все-таки это для возрастных клиентов. Следующий продукт у нас укрепляющий крем для тела. Тоже очень такая сильная здесь формула идет. Это такая, как молекулярная пленка, насыщенная пептидами. Она образует на поверхности кожи такой слой защитный, который подтягивает. То есть сразу мгновенный эффект лифтинга. Обеспечивает такой подтянутость силуэту, делает кожу более упругой. Ну и тоже мы здесь видим структулин, который стимулирует выработку коллагена, молекулярная пленка на основе пептидов, которая компактной делает кожу и более плотной, и, соответственно, более упругой. Дважды в день наносим на живот, ягодицы, бедра, в общем, на все проблемные зоны. Крем для бюста с тройным эффектом. Что это за продукт? Ну, я хочу вам сразу сказать, что это не гормональный продукт. Здесь используется уникальный комплекс 3 Action Boost. Этот крем, он восстанавливает текстуру деликатной кожи груди, области декольте. Вот здесь вы видите на картинке, какая область, да, здесь прорабатывается. Как работает этот крем? Он увеличивает наполненность груди благодаря утолщению жировой ткани. Вот этот 3 Action Boost комплекс, он стимулирует утолщение жировой ткани. Вот и все. То есть это, конечно, не продукт, который увеличит грудь там на 2-3 размера. Просто за счет того, что уплотняется кожа, грудь выглядит более подтянутой и, соответственно, визуально более объемной. Слегка увеличивает, конечно же, слегка. Совершенно безопасный, ни в коем случае не гормональный продукт,
подходит абсолютно для всех типов кожи, без каких-либо возрастных ограничений. Можно наносить один или два раза в день и очень хорошо проводить массаж. Самомассаж. Короткий, небольшой, который будет повышать упругость кожи. Такой тоже интересный продукт. Увлажняющее, укрепляющее молочко. Ну, такой комплексный уход. Здесь все и укрепление, и антиоксидантное действие, и структулин, который стимулирует выработку коллагена, гликопептиды сои, это регенерация, восстановление, повышение упругости кожи. Увлажнение очень хорошее, прекрасно впитывается, очень легкий, очень комфортный. Можно наносить на все тело или на проблемные зоны утром и вечером. Крем «Глубокое питание». Здесь уже речь идет о качестве кожи. Это очень сейчас актуально. Мы много сегодня говорили про сухость, обезвоженность, шелушение кожи. И вот этот крем, он содержит масло карите, который является очень питательным, содержит много липидов. Этот крем достаточно плотный, очень интенсивный, насыщенный. Витамин F, здесь миндальное масло. И здесь вот в инструкции, в способе применения написано, что рекомендуется предварительная эксфолиация. Но нам нужно напитать все-таки глубокие слои кожи, да, а не роговой слой. Поэтому, конечно, рекомендуется любой продукт для эксфолиации использовать, удалить омертвевшие клетки для того, чтобы крем хорошо впитался, насытил кожу и устранил обезвоженность, шелушение и сухость. Поэтому сейчас достаточно многие клиенты спрашивают именно не легкие текстуры, а плотные, насыщенные. Особенно для кожи на ногах, да, вот после депиляции очень сильно шелушится кожа, сохнет, стянутость такая есть. Вот это будет очень такой насыщенный, питательный, идеальный вариант. Ну, а если клиент желает легкое что-то, быстро впитывающееся, при этом хорошо увлажняющее, то это лосьон с маслом карите, с более такой легкой текстуры для всех типов кожи, причем для любого возраста, настолько любого, что даже для новорожденных детей, настолько безопасный, легкий, мягкий, нежный лосьон, который и повышает барьерные функции кожи, уменьшает шелушение, дискомфорт, повышает упругость. По мере необходимости наносим в любое время суток, как я уже сказала, для любого возраста, любого типа кожи. Подходит абсолютно для всех. Абсолютно универсальный, приятный, комфортный продукт. И молочко с экстрактом белого чая. Мы знаем, что белый чай, он отличается от черного и зеленого тем, что он не обработанный, не ферментированный. И в нем все полезные микроэлементы, витамины, все остается. Он обладает сильнейшим антиоксидантным действием, мощнейшим. И масло карите, которое, соответственно, увлажняет и питает. Здесь, соответственно, тоже мы наносим на все тело, хорошо впитывается, без ограничений. Утром, вечером по мере необходимости. Дальше у нас есть два продукта из линии Oil Phytocare. Есть домашние продукты. Помните, мы эту линию сегодня рассматривали, которая содержит кожуру семян баобаба, который хорошо снимает сухость, шелушение и обезвоженность. Опять-таки на сегодняшний сезон, на вот сегодняшнюю погоду, это очень такой важный компонент. И вот этот скраб, он содержит кожуру семян баобаба и органическое масло семян баобаба. Соответственно, он и удаляет омертвевшие клетки, и устраняет шелушение, и устраняет обезвоженность, и питает, и увлажняет, и еще дарит вам чудесный, великолепный, такой очень летний аромат. Будет напоминать вам солнышко и пляж, этот скраб. Используем, как любой скраб, на увлажненную кожу, наносим, массируем и затем смываем. И после чего можем нанести укрепляющее, тонизирующее масло. Это сухое масло. Сухое означает то, что у него достаточно такая легкая текстура,
быстро очень впитывается, не оставляет жирной пленки, очень комфортная. Здесь тоже масло семян баобаба, что очень важно против сухости и обезвоженности. И те же компоненты, что мы встречали в профессиональном уходе, в программе ухода. Масло повышает эластичность, тонус, питает, регенерирует, антиоксидантное действие, профилактика старения кожи. Массируем до полного впитывания. Соответственно, кожа после скраба и такого масла, она становится очень напитанной, очень гладкой, упругой, с очень красивым ароматом. Ну, вот такой вот широкий ассортимент может предложить Germaine de Cappuccini как для ухода в салоне, так и домашние средства. Уважаемые коллеги, пожалуйста, пишите ваши вопросы, если они у вас есть. С удовольствием на них отвечу. А также хочу сообщить вам о том, что для всех абсолютно участников наших вебинаров и семинаров есть очень выгодные, замечательные акции, предложения, которыми вы можете воспользоваться в течение 10 дней. Не пропустите, обязательно воспользуйтесь, уточняйте всю информацию у менеджеров наших. Также вы на экране видите наш Инстаграм. Подписывайтесь, много интересного узнаете. И также вы видите адрес и телефон нашего главного офиса в Санкт-Петербурге. Поэтому по всем вопросам, пожалуйста, звоните, пишите, обращайтесь. Надеюсь, что вебинар был для вас полезен и интересен. Спасибо большое за ваше участие, спасибо за ваши вопросы. И всем хорошего дня, хорошей работы. Еще раз всем спасибо, до свидания.